Не я доктор, гинеколог. О, писечки в окоп? В окоп. Ты хоть знаешь, кто это? Знаю. А что он смотрит, знаешь? Знаю, за перчатки одел. Ой, кажется, меня на работу вызвали. Ты же нигде не работаешь. Сама в шоке, нигде не работаю, а на работу вызвали. Значит так, во-первых, смотреть маму я тебе не позволю. Сашенька, спасибо. Потому что я сам маму осмотрю. Так нечестно. Как у тебя еще интерес не пропал? А во-вторых, одолжи перчатки. На, держи. Это что такое? Спокойно, все под контролем. Ну можно хотя бы при осмотре поприсутствовать. Нет, это врачебная тайна. Ясно, ну на, сфоткай хотя бы. Я тебе сейчас так сфоткаю. Ой. Я не понял, ты что, обратно захотел, что ли? Куда? Туда, откуда вылез. Саша! Не, там чебулек написал.